Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года. До 1 апреля жители Томской области могут выписать печатные издания по ценам текущего подписного периода. В акции участвуют более 1004 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые. Оформить подписку можно на сайте и в мобильном приложении Почты России, в почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам. Оформление займет несколько минут. Жители Томской области также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.